Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, ну что, сегодня 26, как говорится, октября. Должен быть, по идее, ивент на Хэллоуин. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Ну, это понятно, это мы все забираем. Так, ага, вот он. Ну что же, ребятушки, давайте приступать. Мне, конечно, хотелось бы знать, кого здесь будут давать. Давай-ка вот сюда еще зайдем, заберем. Точнее, откроем наш ящик. Ага, отлично. Так. Посмотрим, кто у нас из новеньких. Да-да-да-да-да, ребята. Именно Берсерк. Он как раз-то мне и нужен. Доступен в событии Хэллоуин. То есть выполнить персональные задания. Но я, если честно, не помню, что нужно сделать для того, чтобы его получить. Так, какое у нас задание? Убейте 120 любых зомби. Отлично, как раз мне под руку. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. На каком мы с вами месте? Не упали, не уронили. Оу! Ничего себе! Это с какого вдруг перепуга-то мы здесь оказались? А ну-ка, давай-ка обратно залезать на наше законное первое место. Нифига! Это что такое было-то? Это... Тихо-тихо-тихо-тихо! Куда ты... Понятно. Ничего себе он стрелков сделал в первом ряду, практически всех. Так, сейчас, секунду, что мы можем с этим сделать делом? Так, колода. Снайпер что отсюда убираем. Так, огнеметчик здесь, по-моему, не вписывается, да, у нас? Мы можем... А, ну да, в принципе, что мы тут? Вот так сделаем и, пожалуй, наверное, вот так. Попробуем такой вот бригадушкой. Ну-ка. Главное, чтобы механик как можно быстрее нанес удар и, соответственно, уничтожил там побольше врагов. Что за лаги? Почему так долго прогружается игра? Я не понимаю этого. Так, ну-ка проверим. Ой, он сейчас вообще ничего не успел, ребята, сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то... Как-то не айс, я вам скажу. Может быть, всех поставить на первый ряд... А что нам это даст? Ничего хорошего. Я не могу понять... А, гренадир, секунду, ребята. У нас гренадир стоит в середине, да? Надо, наверное, его перенести немножко назад. И тогда будет, я думаю, все хорошо. Так, давай-ка колоду. Какой? А у меня гренадира-то вообще нету. Вот сейчас мы его и поставим. Давай-ка, наверное, вот сюда. Слушайте, должно... И механика вот сюда поставим. Ну-ка, проверим. Проверим, обязательно проверим. Слушайте, мне, наверное, придется... А, нет, сейчас нормально прогрузилось. Оп, хорошо. Ладно, да что ж такое-то? Блин, теперь снайперша выжила, да? Ядрен батон, а? Я одного не могу понять, у меня гренадир вообще бросает гранату или нет? Или он там идет, блин, как этот... Как амеба. Так, давай вот сюда поставим тогда. Посмотрим. Просто у меня гвард не успевает, если честно, даже добежать. Смотрите. Так. Вот, вот это другой разговор. Был. Я не пойму, что-то... В чем проблема, блин? Ничего тут сложного нет. У него 9 уровня бойцы. Да что ж так... А, давайте-ка мы знаете, что сделаем с вами? Давайте-ка мы уберем, наверное, с вами огнеметчика. В этой колоде огнеметчик у нас как-то не катит. И поставим мы вместо него... Слушайте, а что будет, если я вот этого паренька поставлю, а? Как вы думаете? Крут он или нет? Вот сейчас как раз и проверим. Он тоже у меня 7 уровня, хоть у него и 9, но... Как говорится, все по справедливости. Давай проверим. Да ёпрсты, механик, ты достал, а? Вот, вот это уже другой разговор. На шару, честно говоря, как-то получилось все. Но, тем не менее, выигрыш у нас. Так, мы с вами двигаемся дальше и... И у нас хостел доктор какой-то, да? Давай проверим его. А на первом месте у нас стоит Дрема. Дрема, кулема. Так, вот это у меня... Не очень нравится, но гвард здесь свое дело сделает. Да. Получилось хорошо. Поехали дальше тогда, чего уж тут.
Слушайте, вот этот паренек, он у меня еще не прокачанный. Давайте мы его уберем, нашего легкого, так сказать, солдата, и поставим вместо него... Так, давай огнеметчик сюда поставим. Не знаю, правильно, неправильно. Так, Мексика у нас. Поехали, посмотрим, что у нас с Мексикой творится. Ой, я не могу врубиться, но кто у нас? Ну, гренадир, гранату бросай, ядрен батон. А куда он ее бросит? Вот сюда только лишь. Да. Так, я понял, на что у него пачка заточена. То есть... против огнестрельного оружия. Раз он поставил к себе строителя, соответственно, он знает, что в него будут стрелять. Соответственно, он подготовился к этому. Ладно, хорошо, мы сейчас сделаем вот так вот. И вот так. И вот так вот. Все, я думаю, что это будет оптимальненько. Вот мне не нравится, что если взрывается у меня, например, мой огнеметчик, да, он сразу прихватывает за собой либо гварда, либо гренадира. Очень это не нравится, расстраивает меня, поэтому как бы опасно с собой брать таких взрывных, быстро взрывных юнитов. Поехали, посмотрим. Ну, если и здесь не прокатит, так, ну, да ё, видели, вот в чем вся фишка, ребята. Они встают в кучу, короче, давайте мы возьмем с вами таких солдат, которые не взрываются. Да-да-да, именно так поступим мы с вами, и это значит мы убираем отсюда... огнеметчика, гренадира. И вместо них мы будем ставить кого? Сейчас посмотрим, ребята. Так, я предполагаю, что лучше сюда поставить вот этого. Ой, какое? Кэпа. И что, и вы хотите сказать, что я больше никого... А, нет, могу. Могу поставить, но надо ли? Так, а если я вот сюда поставлю снайпера? Вот так вот. Давайте посмотрим. Гренадир, конечно, может в нас кидануть свою бомбочку, и опять же моя компашка вся там разлетится в хлам. Но будем смотреть. Так. Ага, ну все, нормуль, все получилось, ребята. Как нельзя хорошо. И остается у нас топ, который сидит и ждет, видимо, моего прихода. И звать его Дрема. 9. Ну давай, Дремушка, посмотрим, из чего ты сделан. Что у тебя там? Ты 10 уровня. Понял я, в принципе. Смотрите, ребята, в чем здесь прикол. Гренадир бросает гранату. Стопудово кто-то у меня на нее напарывается. Либо гвард, либо мой кэп. Ну, снайперша тут даже не при делах. Плюс у него стоит снайперша и чувак с УЗИ. Соответственно, прикрыто это все танком. Этого танка мы в данный момент никем не сможем убрать. Никем. Здесь нужен огнеметчик. Ну что ж, смотрите, прав я или нет. Ну, вы поняли, да? В принципе, для меня это не новинка. Хорошо, мы сейчас сделаем свою компашку под его, как говорится. И для этого нам понадобится. Так, убираем мы с вами снайпершу. Она здесь вообще ничего не решает. Гвард. Ладно, уберем, наверное, мы с вами гварда и ставим так. Сюда нам нужен огнеметчик. Лишь бы только огнеметчика, ребята, не убили в первую очередь. Так, кэп здесь, наверное, нам не пригодится. А поставим мы, скорее всего... Так, если мы поджарим... гренадир, да. Вот здесь он будет у нас стоять. Так, и кого же еще? Ага, у меня даже на гварда хватает. Но я думаю, что лучше взять... Ну, вообще-то, давайте гварда попробуем взять. Я боюсь, что опять граната прилетит по кому-нибудь... Да елки-палки, только... Ты посмотри, этот не спит, чепушила. Он играет, Hostile Doctor. Ладно, но мне все равно надо закончить дела с Дремой. А уже потом будем с хостелом этим решать. Так... Ай, какие же они тупорылые, а, идут все в кучу, идут, блин. Нахрена, спрашивается, вы все соединяетесь в одну точку-то, а? Ёпрасоте. Давай сделаем тогда вот так. Вот в таком-то положении я сомневаюсь, что он всех прям сможет взорвать. Но мне кажется, что он в первую очередь бросит гранату в гренадира.
тот взрывается. Соответственно, туда подбегает гвард, тоже падает. В общем, сейчас, наверное, будет каша. Поехали, будем проверять. Слушай, ну нет, все нормально, но огнеметчик-то мой сгорел. А этого паренька мы с вами не осилим. Хотя так все хорошо, да, было. В общем, теперь проблема в том, что нам нужно как-то защитить моего огнеметчика. Для этого мы делаем как? Ставим его в задний ряд, вот сюда. Да. Так, так, так. И механика вот сюда немножко сместим. Поехали, ребят. Надо много раз перепробовать, чтобы понять, как действительно будет работать та или иная команда в той или другой обстановке. Ну вот, ребята, в принципе, все хорошо. Блин, огнеметчик не дойдет. Ёпрста, не его расстреляет. Теперь я его слишком далеко, видимо, поставил, да? Теперь я его слишком далеко поставил, да. Хорошо, если мы его поставим чуть-чуть поближе, но чтобы, опять же, нас не задела граната. Так, давай, колода. Вот сюда мы его... А мы вот сюда поставим, да? Поехали, посмотрим. В принципе, должно быть идеально, если честно. Я думаю, что я прав. Поехали. Смотрим. Так. Норму... Ёпарасете, вот тебе и нормуль. Вот тебе и нормуль. Чистый рандом. Вот честно вам скажу, тут вообще невозможно предугадать, куда что полетит. Должно, по идее, пройти нормально все, но, как видите, у нас все взлетело к ядрине фене на воздух. Как меня бесит вот эта вот трехчасовая загрузка. Что за фигня, блин, я не знаю, ребят. О, ошибка соединения, понятно. Ну ладно, вроде бы, я не знаю, исправил что-то, не что-то. Посмотрим, как у нас дальше пойдет. Так, ладно, мы с вами продолжаем. Значит, огнеметчик у меня здесь все-таки взрывается. Давай вот здесь его оставим. И вот такой вот командой попробуем. Поехали. Блин, я сегодня дойду до ивента или нет? Оп, ага. Да чтоб тебя, блин. Да ядрен ты батон, а. Не катит, ребят, ну что за фигня-то, я не могу понять. Ух, меня ж прям бомбит, если честно. Так бомбит, что елки-палки. Все, короче, делаем так. Гренадир у нас пойдет вот сюда, огнеметчик сюда. Вот таким попробуем макаром, поменяем. И вперед, и с песней. Блин, лишь бы получилось, а. Хорошо. Нормуль, 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 нормуль. Не-не-не-не-не, огнеметчик, давай. Парасоте, чтоб тебя разорвало, а. Ой, гвард, гвард, гвард. Слушай, по идее, он не успевает у нас дойти. Хотя он должен был, ребята, я не знаю. Может нам убрать и поставить здесь. А кого мы можем влепить? Снайпершу, в принципе, как вариант. Она может снести узиста. Да? Хм, давай попробуем, ребят. Конечно, при поддержке Кэпа у нас все это происходило бы в разы быстрее. Но Кэп очень много на себя берет энергии. Соответственно, нам придется кого-то убирать. Так. Слушай, вот сейчас идеально было. Идеально было, если бы этот придурок бросил бы гранату. Почему снайперша не стреляла? Я не понял, ребята. Почему она вечно жует сопли? Вот кто мне скажет, блин? Куда ее еще ставить для того, чтобы она сделала хоть какой-то вонючий свой выстрел? Достала уже, вот ей-богу говорю, блин. Давай сюда ее поставим, блин. Достала. Ни черта не хочет работать, а? Так, давай смотреть. Сейчас, как всегда, ее, наверное, на воздух отправят. Посмотрим. Ну? Ну, естественно, ядрен батон, естественно. Я офигею, блин, я просто в ахере. Ладно, я уже не знаю, я все перепробовал. Ребят, давайте тогда ставить сюда вместо снайперши Соню. Давай вместо снайперши мы поставим сюда Соньку. Попробуем ей. Вот так вот. Поехали.
Ну, дрема, а? Надо просто найти ключик, который мне здесь поможет. Так. Так, ну ладно, давай, 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 поджигай, 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 поджигай. Отлично, отлично, все. Нормуль, ребята. Ну, Соня, ты будешь стрелять или как, или что? Ребят, ну, я не знаю. Я не знаю, как это назвать. Просто какое-то западло натуральное, блин. Все, сейчас все пошло нормуль. Так нет, ее просто затормозила эта чертова Сони. Ой, блин, не могу. Давай еще раз попробуем. Так, ну, конечно, как нам повезет, ага. Больше такого везения не будет. Или будет? Будет или не будет? Ну ты же жаришь ее, ёпрст, что? Я, блин, фигею. Это что, читерок, что ли, какой-то? Я не могу понять. Этот придурок жарит по ней. А она стоит, ей пофиг, она даже не загорелась. Ёпрст, ну это вообще, блин. Мне ж, блин, я не знаю, сейчас... Не знаю, что будет. Так, ну вот, идеальная картинка. Что еще нужно? Что еще? Ну... Ну, Соня, ну, естественно, естественно, блин. Ну, ей надо было перезарядиться, блин, для того, чтобы получить пулю в лоб от снайпера. Ты меня что, блин, провоцируешь? Я не могу понять, что ли, игруля, а? Что ты делаешь, блин? Ты, блин, мою тактику просто ломаешь, ёп, я не знаю, блин, в корень. Уже 30 раз, 30 боев назад я уже должен был здесь выиграть. Нет, ё-моё, какие-то неполадки, блин. Вечно какие-то, блин, неполадки. Ну? Да ты что, блин, поджарил? Куда ты бросаешь гранату, придурок? Ёпрст. У меня просто нету слов, ребят. У меня нету слов. Одни, блин, эмоции. Так, какая уже попытка? Наверное, 40-я, да, у нас? Хорошо. Ну вот, вот, опять же все хорошо. Ну что не так-то? Ну сейчас-то все должно быть замечательно, ёпрст, давай ты... Наконец-то, наконец-то они справились, блин, сделали свою работу. Да, ребят, наверное, придется мне там минут так, наверное, 5-8 вырезать из этого нашего видео, потому что, ну это, сами прекрасно видели, бредятина полнейшая. Как тупили мои юниты, просто ужас. Ну, давай посмотрим, что здесь у нас. Бум, естественно, естественно. Хотя нет, тут нормально, все будет пучком, ребята. Потому что он слабенький по уровню, мы здесь его, как говорится, и раздавили. Ох-хо-хо-хо-хошечки. Ладно. Совесть моя чиста, я выбрался на первое место, как говорится, на законное, на свое. Я его хорошенько занял. И дальше мы, ребята, переходим, наверное, с вами на ивент. Хотя нет, ребята, я хотел вам еще кое-что показать. У нас... Сейчас, секунду. Так, по-моему, четвертый уровень, да, 50... Третья миссия. Короче, ребят, смотрите. Вы берете вот такой состав. Ну, даже, в принципе, не имеет разницы какой. Главное, чтобы у вас был Аустин. Ну, и, например, для того, чтобы разбить баррикады Марины или еще какой-нибудь прокачанный ближник. И ребята мне писали. Помните, я фармил с вами какой там уровень 7, да? У меня были там зомбари. А здесь получается что? Ребята мне написали в комментах, что вот на 53-й миссии, чисто вот эти вот зомби, которые умирают и опять же встают. Да, ребята, я проверил, и я убедился, что эта миссия будет в разы лучше. А чем? Ну, во-первых, мы здесь можем бомбить чисто одним Аустином. То есть мы можем вызывать только его. Они не успевают дойти до моей базы, хотел сказать, до моего автобуса. Соответственно, вот они вот так медленно-медленно будут приходить. Вот сейчас я вам сделаю показательный, как говорится, показательный выход Аустина. И что он делает, и как это можно все реализовать. Причем деньги здесь действительно текут рекой, ребята. Я за 3-4 боя по 5-6 тысяч набивал здесь. Ну, конечно же, опять все зависит от того, повезет, не повезет. Как будут выпадать бабули. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Как видите, у нас сейчас в данный момент работает один Аустин. Соответственно, он только здесь и будет. Я буду вызывать только их. Видите, зомби у нас медленные, еле идут. Если что, у нас прикроет водила, шериф. Вызываем второго. И что вам могу сказать? Здесь для оптимальной
формовки надо оставлять где-то 3-4, не более. Если вы сделаете больше, они будут сюда вот продвигаться. Соответственно, зомби будут появляться у них за спиной, проходить, в общем, это получится геморрой. А вот именно в такой комплектации они будут их держать на расстоянии. То есть они будут потихоньку продвигаться, но вам этого за глаза хватит, в принципе, до конца уровня. А конец уровня, я считаю, когда будет идти на подходе волна. То есть с волной вы справитесь, например, да, но после нее зомби больше не будут идти. Так что нет смысла, как говорится, здесь задерживаться. Вот, в принципе, три Аустина здесь будут держать вот эту вот орду очень и очень хорошо. И тем самым вы будете зарабатывать бабки. Вы сами прекрасно видите, как деньги у нас капают, и это вообще великолепно. Так, остается только лишь нам что? Дождаться времени, когда у нас появится волна, потом я сразу же выпускаю Марины. Хотя можно, здесь у нас как? Основная задача, да, убить 120 любых зомби. А есть задание пройти 24 любых миссии. Вот если когда у нас миссии, да, например, идут, тогда лучше нам проходить вот эту миссию полностью, то есть разрушать ворота и так далее. Так как здесь у нас всего лишь убить 120 зомби, мы можем с вами стоять до последнего. Даже если пойдет волна, даже если пойдет волна, мы здесь проиграем, нас разорвут, но мы тем самым сможем... Хотя нет, там выиграем немножко, копейки. Поэтому лучше мы с вами будем все-таки разбивать шлангбаум и продвигаться, как говорится, дальше. Вот у нас волна уже надвигается, а мы, ребята, выпускаем свою Марину. Ну что, уже 4000, нормуль. Так, как раз успеем, ребята, к сроку. Волна еще, как говорится, не прибежит, а ворота мы уже пробьем. Так, давай, 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 Марина, давай, давай, не отвлекайся. Вот, в принципе, и все, ребята. Три Аустина, да, держали оборону, зарабатывали нам деньги. В общем, всем рекомендую фармить 53-ю миссию именно Аустинами. Все. Так, ну а теперь мы с вами непосредственно переходим к нашему ивенту. Так, да, надо здесь, кстати, забрать. Слушайте, скоро, ребят, я получу 14 уровень. Долго же я к этому шел. Так, а что у нас здесь? Давай посмотрим. О, вот это вот хорошо, это очень хорошо, ребят. Я теперь все здесь покупаю, ну, кроме там, знаете, выхлопной трубы, решетки эти на окна. Так, создаем. Что мы с вами можем создать? О, лекарства. Давай-ка сделаем. Деньги у нас появились, ребята. Теперь я, ну, просто ни на чем, не, как говорится, не застаиваюсь. Сразу же все идет у меня в переработку. Как видите, у меня даже уже нехватка этих ресурсов. Да, я теперь жалею, что раньше у нас не было этого Аустина и вот такой возможности по фарму. Так, ну что, порох, хлеб, ладно, все нормуль. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами сундук откроем, да, посмотрим, что у нас в нем. Так, неплохо, неплохо. Хорошо, вроде бы мы можем еще что-то скрестить. Да, мы можем с вами скрестить порох. Отлично, давай-ка сделаем это дело. Так, у нас появляется клей. Ага, у нас даже таблетки появились. Давай таблеточки тоже скрестим. Таким макаром, ребята, вот то, что деньги мы фармим, я себе прокачал, ну, знаете, от нечего делать все бочки. То есть у меня огненная бочка, потом обычная. Плюс я до 13 уровня поднял генератор. По-моему, я только коктейль Молотова еще не раскачал. Сейчас мы даже можем с вами посмотреть, что я сделал. Так, ну что, ребята, бочка до 13 прокачана. Это тоже до 13. Генератор до 13 я прокачал. Ага, заморозку прокачал. И вот коктейль Молотова только лишь остался до 13 уровня прокачать. И все, в принципе. Так, кого-то я, ребята, усилил. Я усилил своего вот этого вот легкого солдата. Кстати, что у него? А, ну да, мы ждем, ребята, с вами удачу. Да, мы будем... На удачу. Я качаю его на все три. Я хочу его полностью покачать. Не знаю, может быть он... Но он должен быть классным, ребята, на самом деле. Единственное, конечно, что у него нету защиты от огня, от взрывов. А так у него от стрелкового и от отравления.
То есть, если мы даже будем предполагать, что в дальнейшем выйдет какое-то обновление, он нам очень даже пригодится. Так, и можно здесь, кстати, посмотреть, что у нас с вами вообще есть. Фляжек аж 17 штук, блин, обалдеть. Клея 6, кровь 3. А вот на удачу как раз ничего и нету. Жаль, она мне очень нужна. Ну что же, ребята, давайте переходить уже все-таки на Хэллоуин. Так, для начала мы посмотрим, что у нас стоит. Так, давай-ка мы с вами... Блин, а я вот не знаю. Давай, наверное, мы уберем здесь полицейского, да? И я думаю, что здесь выгоднее будет поставить нам турель. Ребят, я в этом не уверен. Давно, как давно, целый год практически я не был на этом ивенте и, честно говоря, забыл. Нужен ли нам здесь Аустин? Не знаю. Давайте проверим. Поехали. 9 дней 14 часов будет идти. Так, давайте посмотрим. Я знаю, что здесь будут зомби бежать с тыквами на голове. То есть у них вместо голов будут тыквы. Ну что опять-то, ё-моё, а? Ну, в чем проблема? Опять эта прогрузка вечная. Ну, просралась? Да. Так, ой. А это у нас случайно не камикадзе, ребят? Я вот не помню, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой, наплыв-то какой идет, смотри. Так, ладно, я думаю, что пора, наверное, выпускать Марины. Давайте посмотрим. Справится? Так. Ну, вроде бы как справляется. Хорошо, ладно. Куда ты там побежал, эй? Так, давай-ка... Ах, они просто уходят, да? Мы и так с вами получаем золото. Ладно, давай поставим сюда, предположим. Они будут вставать, вот эти зомби? Нет, не будут. Хорошо, давай попробуем так сделать. Так, погоди, 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 погоди. Ёпарсете. Так, может быть, бочек поставить сюда, а? На всякий случай. Ага, вот, значит, как, да? Здесь еще есть бешеные. Бешеные бабы, которые бегут. Вот это плохо. Значит, мы тут сейчас все бочками, ребята, закупорим. Так, давай-ка, Аустин, выходи. Ну, в принципе, ребята, он здесь не актуален, если честно. Денег мы все равно здесь много не срубим, так? Просто чтобы был, если... Опачки, тут еще и, ребята, и камикадзе. Это уже хуже, это уже хуже, ребята. Так, что у нас там вообще происходит? Ага, тут еще и строители, которые не поддаются стрелковому, ребята, оружию. Ладно. Чего они там стоят? Я вот не вижу, блин. Этот разбитый самолет, тут крыло его закрывает все, весь обзор. Что там, я ума не приложу, ребята. Но. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Не надо там буянить, камикадзе. Блин, да как же, ну не видно же, ребят, ничего, абсолютно, блин, что там происходит. Так, вот это вот лишнее. Так, Аустин пошел. Этих мы расстреливаем. Так, пошли кислотники, ребята. Кислотники в химзащите, да? Дурило сейчас взорвется. Нет, не взорвался. Так, нормуль. Пока нормуль, да, ребят, все идет хорошо. Вроде как-то сдерживаемся еще здесь. Нет, ребята, Аустин здесь абсолютно бесполезен. Нету здесь от него толка. Ой-ой-ой-ой-ой, это что? Слушайте, вам не кажется, что здесь какая-то жесть? Это что такое? Эй! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ё-каламэнэ, ты посмотри! Вот чего-чего, я не думал, что здесь будет волна. Даже предположить такого не мог. Они мне все разнесли, ребят, все, что можно и все, что нельзя. Черт подери, нифига, блин! Да как тут... Как тут с ними справиться? Ё-моё, блин, все, ребят, по-моему, раздавили. Вот это да, вот это жесть. Так, рекорд у меня, блин. А тут нужно
Да, дофига нам придется, ребята, здесь попотеть, чтобы получить берсеркера. Но, тем не менее, я буду стараться. Я буду стараться, поверьте мне. Блин, ну... Короче, так. Здесь нужно, конечно же, убрать Аустина. Он здесь не актуален в этой пачке. И, мне кажется, здесь надо взять... Смотрите, у нас хорош гвард. Чем? Я объясню. Он выдерживает буквально одно прямое столкновение с камикадзе. Да. Он, конечно, будет в разы лучше, чем Марины, но посмотрите, пропорция по мане. Этот 30-ку стоит, этот 15. Естественно, Марина нам выходит дешевле и быстрее. Так, бочка. Бочка здесь, в принципе, хороша, но также я бы здесь, ребят, наверное, поставил бы вот сюда фриз бочку. Фриз бочка тоже очень замечательна. Она бы морозила. Но не знаю, сможем ли мы именно вот таким составом разруливать ситуацию. Мало, как говорится, у меня огнестрела. Всего лишь турель и Соня. Остальное все идет под ближников. Очень-очень интересно, ребята. Я бы даже сказал, проблематично интересно, потому что... Для идеально. Ну, нужны стрелки. Стрелки нам нужны для чего? Чтобы мы смогли сносить тех же самых даже камикадзе, которые там появляются. Тыквоголовые. Блин, нет, гварда, наверное, все-таки лучше убрать и поставить какого-то стрелка. Может быть, Кэпа поставить? Может быть, Кэпа поставить? Он как вариант ускоряет и улучшает, как говорится, характеристики моих бойцов. Пожарника, не знаю, ребята. Кстати, очень полезный юнит это медик у нас. Вот в последнее время. Но, как видите, он у меня не прокачанный. Поэтому его смысла брать нету. Ну ладно, давайте попробуем, ребят, вот такой пачкой. Еще разочек, как говорится. Поехали. Я еще даже, как говорится, первого ранга не достиг в ивенте. Не забываем, что у нас есть призы, бонусы, которые мы можем использовать, но я думаю, что в данный момент это не актуально. Хотя, если будет, как говорится, вопрос решаться жизни и смерти, естественно. Естественно, мы с вами будем делать и откаты, и все. Начинается все довольно легко и просто, да? Мои ребята разобрались и побежали. Знаю, что здесь нужно, ребята. Вместо бочек нам здесь бы понадобился, наверное, все-таки генератор. Да-да-да-да-да, именно генератор бы нам здесь больше бы пригодился, потому что он производит манну. А манна, как вы знаете, это и юниты. Ну, вообще, это все. Да. Так, вот сюда мы поставим, ребят, заморозку. Пускай она морозит, если что, по возможности. Так. Соответственно, ребята, как видите, у турели есть долгий откат. Если применять вот этот вот бонус по откату, мы можем здесь все заставить турелями. И тогда тут будет финиш полнейший для этих зомбарей. Так, тихо. Надо ждать того момента, когда появится уже камикадзе. Так, вот еще одна турель. И желательно ставить поближе. Почему, ребята? Когда, слышите, да, звук? Когда вот такой звук появления камикадзе мы слышим, то наши турели, если стреляют по ближним зомбарям, просто-напросто их разносят. Они не успевают там ничего сделать. Так, тихо, тихо, тихо. Да, Кэп тут как-то тоже не особо хорошо рулит, если честно, но... Все-таки дает скорость. Смотрите. Так, давайте вот сюда еще бочку поставим. Пим, заморозился. Ну вот, как она так умудрилась, блин, а? Разбомбить в жало бочку. Так, давай. Видите, заморозка хорошо работает, ребята. Она замедляет врагов, ну, соответственно, и моих тоже солдат. Но, тем не менее, это, я считаю, выгодно. Выгодно для чего? Потому что турели в этот момент могут расстреливать их. А вот и волна, ребята, вот и волна. Через 32 секунды она пойдет. Я не знаю, можно ли ее здесь пережить. Но если ее переживем, это будет, конечно, великолепно. Хотя я почему-то сомневаюсь, что это вообще здесь реально. Так, 19 секунд. То есть вот это вот время у нас
дается на то, чтобы мы подготовились якобы к встрече вот с этими мощными зомбарями. Да, ребята, сейчас будет наплыв, готовьтесь. Вот и камикадзе, они специально выпущены для того, чтобы разрушить мне все бочки, это понятное дело. Врубаю, ребята, врубаю. Жесть, жесть просто какая. Тут я не знаю, что тут может в этом аду вообще помочь. Давайте вот так попробуем. Жестоко, просто жестоко, ребята. Я, конечно, свои турели тут прикрываю, как могу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, бочка, 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 бочка. Держись, родная моя бочулька. Да посмотрите, одни камикадзе, ребята, бегут. Просто. Ой-ой-ой-ой-ой, какая ужасная, ребята, волна. Ой, у меня уже, как видите, и маны нету, и турель уже на последнем издыхании стреляет. Нету, ребята, здесь смысла нам, как говорится, брать дополнительную ману, потому что, ну, просто разнесут. Разнесут тут все в хлам. Вон они, камикадзе, уже идут на подходе. Сейчас они сделают свой забег очередной, и мой автобус, естественно, взорвется. Фу, это было просто чудо какое-то сейчас, вот в данный момент. Где мои бочки? Дайте мне бочки, йо. Давай так сделаем. Тыч. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Просто снесли всех в мясо, ребята. Это невозможно, ребят, просто там сопротивляться. Но зато смотрите, как мы с вами неплохо продвинулись. Если я такими темпами дальше пойду, то берсерк, скорее всего, будет у меня, ребята, в руках. И в конце, как говорится, всего этого Хэллоуина я смогу похвастаться перед вами своим трофеем. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, мы с вами будем и закругляться. Сейчас я еще посмотрю, что у нас тут в ящике. Может быть, еще что-то мы сможем с вами прапать маленько, да? Шоколадочка, по-моему, только одна. Блин, жалко. Создать. Давай посмотрим. У нас есть три хлебушка. Давайте хлебушек мы, наверное, с вами соединим. Вот так вот мы это сделаем. Так, и получаем одну консерву. Ну, консервов у нас, к сожалению, нету. Все по одному. Да. Так, посмотрим сейчас, ребят, меня не скинули там случайно. Я почему-то, кажется... Ты посмотри, ты полюбуйся на него, а. Ты вот посмотри. Мексика, он не успокоится никак. Или Мехика, Мексика, не имеет значения, ребята. Ууу, бэби, бэби цунай. Ну что же, изи-катка. Я не могу понять, а почему мы проиграли ему, а? Если здесь все так идет замечательно. Снайперша здесь уже, как говорится, не в удел. Да, я отработал честно свое топовое место, ребята. Я буду держать его, ну, по крайней мере, постараюсь. Конечно, они могут меня врасплох взять, когда я буду на работе. Но пока я здесь, я буду бдить. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, пожалуй, я и буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видосиках. И продолжим играть в эту замечательную игру. Так что, удачи вам!